Ну сколько можно мусорить? Это ты что творишь? Ты чуть не выкинула наш мяч! Ты вообще не умеешь? Это просто мусор! На котором еще что-то написано. Сделай что-то со своей девушкой. Пусть вернет нам наш мяч. Может, это ты что-нибудь сделаешь? Она же твоя сестра. Угомонитесь оба, иначе я уже с вами что-нибудь сделаю. Не надо. Вы вообще в курсе, что это список тех, кто поедет в лагерь? Где вы взяли эту бумажку? Где-то. Да, где-то именно там. Ее надо отнести трудовику. Вы его не видели? Мы его слышали. Теперь поняла. Учитель. Ну, мам, еще 5 минуточек. Снова вы? Ну, мы тут как бы живем. Не умничай. Чего вам еще в этот раз надо? А нам еще что-то надо? Ну, я бы не отказался от обеда. Подержу. Вот, мы нашли список, кто поедет в лагерь. Но он пустой, там только цифры. Наверное, это число ребят, которые могут поехать. Но там на одного меньше, чем нас. Что это значит? Так все правильно. Мест на всех не хватает. И меня попросили выбрать, кто поедет. То есть все будет зависеть от вашего решения? Ага. Ой, что-то так пить захотелось. Я принесу. Нет, я. Про меня забыли. Я просто гений. Теперь эти бесполезные дети будут делать все, что я захочу. О, класс! Не понял, где все эти оболтусы, которые должны рваться ко мне и выполнять все мои прихоти, чтобы я вписал их в список тех, кто едет в лагерь? Учитель! Ну, наконец-то! Вот он, халявный хавчик. Это было для меня. Кто первый встал, того и тапки. Ты чё, дядя, законов жизни не знаешь? Ты меня в список уже добавил или как? Еще нет. Так чё ждем? Вписывай меня, старичок! А то если у меня настроение испортится, у тебя испортится лицо. Понял? Почти. Здрасте. Это что? Список причин, почему я должна поехать в лагерь. Тормози, базар! Мы еще с этим бакланом не порешали наши вопросы. Очередь! Я в порядке, не переживайте. А вот теперь не уверен. Очевидно, мой интеллект – это выдающийся дар, который просто нельзя оставить здесь. А меня типа можно? Как здорово, что ты это понимаешь. Я тебя сейчас помну со всех сторон, мало не покажется, коза! Я сейчас вообще... Так, спокойно, никаких драк. Лучше проявите себя как-то, чтобы... Решить контрольную? Не втащить себе,
Нет, сделать что-нибудь приятное, подарок там или поесть приготовить. Не, фигня какая-то. Согласна. Лучше бы я по памяти скажу 25 тысяч причин, чтобы взять меня в лагерь. А я всеку! Сначала ей, потому что бесит, а потом тебе, если моего имени не будет в списке. Пусти! Кто буянит, тот свободы не видает! Ты сам постоянно наводишь кипиш! Мне можно! Чё это? Меня потому что никто поднять и тащить не может! Продолжим. Что происходит? Забиваю себе вместо списка. Я еще не уверен. Я ведь могу ее и отпустить. А ты едешь. Супер. А я? А ты тоже уже вписан. Зачет. Отпусти меня! Нет. Принес. Принес. Тут все, как договаривались. Сверим со списком. Спиночесалка? Есть. Сиденье для унитаза с подогревом? Присутствует. Купон на бесплатные бургеры. На месте. Отлично. Приятно иметь с вами дело. Вы в списке. Ну, наконец-то я до вас добрался. Я хотел сказать, что я... Что происходит? Сейчас узнаем. Не надо! Мне только спросить. Не положено, братан. Тём, из какого ты мне места в списке не купил? Забыл. Живо исправил! Ну, бейба, сделка уже состоялась. И что? Уже ничего исправить нельзя. Уверен? Угу. А если я тебе порчу на безденежье наведу? Еще одно место! Срочно! Для нее! Очень надо! Любые деньги! Умоляю! Так-то лучше. Последняя наша заначка. От сердца отрываем. Теперь мы в списке. Я подумаю. А вы мне что принесли? Компромат на вас. Бред. У вас нет ничего на меня. На вашем месте я бы не была так уверена. Узнаете? Откуда это у вас? Неважно. Это было давно и вообще неправда. А это уже решат остальные, когда увидят это фото. Ну, если вы не запишете нас в список. Я запишу вас в список. Отлично. И правда, откуда это у тебя? Да я просто подфотошопила его, не думала, что сработает. У меня есть объявление, важное. Все сможем поехать в лагерь, если не будем брать учителя. Кто за? Мы! А я против!
Так. Вот. Я вписал еще одну цифру. Теперь едем все вместе. И я тоже. А почему вы так не сделали раньше? Надо собираться. А то мы опоздаем. Собираться надо. Че ж не собираться? Я буду загорать. Не переживайте. Ну дай нормально. Да. Я говорю, не вот этим полем меня просто, как топориком. А вот теперь не уверен. Друг, что с тобой? Дружище! Надо собираться, а то мы опоздаем. Точно. Опоздаем! Можешь не доехать. Сам что-нибудь сделай. Она же твоя сестра.